Откуда? Можно мы сделать? Да, парень. Давай с концов. Чувствую себя, будто бы в крейф иду на кастинг. Я такой, спасибо большое, мне как раз самое то сейчас у лица. Ну типа, как это с этим работать? Никак. На самом деле, объективно, есть ряд вообще людей, которым, например, лично я хочу сделать работу, хочу создать с ними идею и творчество совместно произвести. И очень мало людей, которые вдохновляют так, чтобы действительно их творчество могло двинуть на то, чтобы я просто так вот мог ночью проснуться, сказать, у меня есть идея, и начать ее расписывать. А здесь кастинг в новое шоу Ольги Бузовой. Берем. Кстати, мы вас берем. Ты начинаешь читать, здесь вот это вот все. Да, понятно. Я объясню, нет, непонятно. Если ты начнешь делать вот такие какие-то вещи, или как-то там типа чуть двигаться, все, ты убиваешь всю работу. Давай, движение вообще супер минимальное. Ну такая полоска, она самая нет, такая. Слишком. Саш, готов? Приготовились. Камера, фонограмма. Время, что проводим не с ними. Время взлетов, время падений. Время бега от собственной тени. Чуть сверху видно. Да, вижу. Да. Не, вот, и вот это еще, да, ты хочешь? Магия кино. Сегодня мы снимаем клип на сингл с нового альбома «Высотка». Песня называется «Время». И как вы видите, меня возвращают на 15 лет назад, когда у меня еще не было ни одной татуировки. Но это, ну и на самом деле это финальная сцена. Весь концепт вы узнаете, посмотрев клип. Он очень крутой, будет очень много графики. И вот от момента, как мы сегодня снимаем интервью, до момента, как увидите клип, пройдет некоторое количество времени. Ребят, давайте парик подвинем немного. Камера, фонограмма. Время меня меняло, время меняло со мной. Вылезая из-под одеяла, пусть этот день будет твой. Поверь себя, ведь не герой. Сейчас, на самом деле, по фокусу просрали начало. Да? Просрали жестко. Ты должен достучаться до зрителя. Вот прикинь. Весь клип как будто 5 минут только на лице, представляешь? И чтобы ты, человек, который будет смотреть ролик, не переключил. Вот ты настолько должен быть попасть в душу. И дальше ты будешь смотреть на свою тень, грубо говоря, и мы уже, ну, ты сейчас должен это визуализировать. Что на самой тени появляются, там, грубо говоря, твои глаза, рисуются уже. Первый раз, то есть идет начало этого поста. Вот сейчас главное на эмоции сосредоточься. Вдохновение, добро, добро в тебе. Давай. Приготовились. Камера. А как мы начинаем, не помнишь, с камеры или отсюда? Отсюда начинаем. Угу. Фонограмма. Время меня меняло, время менялось со мной. Вылезая из-под одеяла, пусть это день будет... Стоп. Не, у нас это такой взгляд, как будто это типа на полу. О, хорошо было. Чего тебе не нравится? Нет, смотри, круто, когда ты типа не видишь камеры. Блять, ну это зеркальная болезнь, ну ничего, я когда мимо зеркала прохожу, я уже позирую. Тут на самом деле тяжело сдерживаться, у нас так, посмотрите. Просто посмотрите. Дядя Женя, кинощит. Да. Приготовились. Пошла рука. Мне кажется, попа младенца волосатее, чем моя рука. Да. Стоп. На самом деле, меня этот урок вообще вдохновляет. Я подумал, почему бы так не сделать, чтобы они ожили и рассказали историю за самого артиста. Блин, очень непростые эти задачи такие. Пацаны, у нас есть опция поставить просто Саше ассистент вот сюда, вот под мышку. Главное, манту не мочить, видишь? Хорошее движение, блин, очень хорошее, пипец. Единственное, что меня подбешивает, стоп, это лестница, которая там, блин, бликует. Не может быть просто паузы. Ты должен просто перед ним чуть-чуть спокойнее идти, окей, вообще хорошо, еле-еле. Хорошо. И руку надо завести чуть вперед, наверное. Самое страшное, когда с пузом. На самом деле, может быть, главное, знаешь, камера, фонограмма, вода. Музыка. Стоп! Под
прицел, оставляем сам прицел, но думаем над заменой глаза. А вот сделали, убрали две песни. Луи небольшой, Роликса небольшой, под прицел, вечно молодой, по-другому. Рэп не штампуется, девочка в периферии, иду ко дну, гравитация, горение на счастье. И ты доворачиваешься и останавливаешься лицом к камере, хорошо? А можно сделать так, что типа смыли все татухи, кроме Спартака? Блин, прикольно. Это все специальный грим, который подкачивает тебе бицепс. Да, сюрреализм такой. В розовом рисковом. Каждая история будет наталкивать на определенные мысли о времени, которое очень быстро проходит, и нужно каждое мгновение брать за рога и просто нырять в них и отдаваться. И дальше мы снимаем уже с синхрон с дождем, всю эту финалочку с разворотом совсем. И дальше мы его стираем его татуировки. И снимаем, типа, ощущение, как будто вот, типа, я вот только сползли. Саш, теперь сделай финальный дубль, вот этот крупный, с жестикуляцией, с руками, вот всего себя добавь, как ты любишь. Стоп! Душ стоп, камера стоп. Снято! Нужно ценить время и весь свой путь. И все, что в нем происходило, как взлеты, так и падения. Все это нужно для становления личности. Для того, чтобы ты оказался там, где ты оказался, ты должен был пройти все эти этапы, которые происходили с тобой в твоей жизни.